Минтруда назвала должности, на которые без ограничений возьмут иностранцев. Большинство связаны со сферой здравоохранения. В списке рабочих профессий – водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, тракторист, машинист сельхозпроизводства, швея и электромонтер. В перечне служащих – ветеринарный врач-специалист, инженер, медсестра и медбрат, а также фельдшер. Постановление вступит в силу с 1 июля. В Беларуси установилась жаркая погода, возможно резкое ухудшение дорожной ситуации. ГАИ рекомендует водителям следить за состоянием здоровья, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и вовсе отказаться от поездок, так как снижается концентрация внимания и скорость реакции. С собой обязательно нужно брать питьевую воду. МЧС напоминает о правилах безопасного поведения на водоемах. В Бобруйске за прошлый купальный сезон стихия унесла жизни 7 человек. Все взрослые погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети купались в неустановленных местах. Статистика пугающая. Среди подростков до 15 утопление – следующая по распространенности причина смерти после ДТП. В Щадково 25 июня в 14:00 пройдет масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 79-й годовщине освобождения Бобруйского района от немецко-фашистских захватчиков. Вход свободный, гостей ждет концертная программа, интерактивные площадки. Будет работать выездная торговля. Для удобства горожан организуют движение автобусов. В женский монастырь святых жен Мироносец прибыл ковчег с частицей мощей и икона преподобно-исповедника Гавриила Самтаврийского. Они будут находиться в монастыре до 4 июля. Ежедневно в 14:00 и в 17:30 пройдет молебен. 25 июня после божественной литургии в обители состоится показ фильма и презентация книги о Гаврииле.